Вот, мне интересно, значит, всем приходят бумажки за домофон. Какая-то ушлая компания, называется Пенаты. Но, скорее всего, они во всех городах и у всех такое. Значит, они 10 лет назад поставили нам домофон. С этого года они продолжают, ну, то есть с 2014 года, они ежемесячно присылают свои бумажки. Сначала было 40, сейчас 80 за ремонт и модернизацию. За что? Он ни разу не ломался, я не видела. Если и ломается, то нужно писать, вот, присылать вот эти квитанции. Такого-то был, значит, поломка была. На ремонт потратили столько-то. Он просто в наглую берет, вот сейчас повышение 80 рублей. Я посчитала, 200 тысяч ЖК в год получает эти пенаты только с одного ЖК. Ушлые вообще. Просто за воздух можно деньги, оказывается, с людей брать. Никто из моих соседей не платит. Ну, по крайней мере, некоторые, кого я спрашивала. Я не плачу. Кому надо, пусть платит. У кого лишние деньги за воздух. Когда, значит, газовщики что-то там, значит, ремонтируют, да, они, ну, допустим, у тебя в квартире, так-то вроде бесплатно, которая вот именно на доме оборудована, они присылают квитанцию. Вот то-то, то-то сделали вам. Значит, вот это обслуживание ежегодное, которое они проверяют плиту, котел, там, что все работает. Присылают квитанцию, там все расписано по пунктам, что они делали. Даже в договоре у них есть их расценки. Вот этот берет просто за воздух в наглую. Какая модернизация домофона? Как поставили 10 лет, такой же и стоит. Ничего не менялось. Ну-ка, у нас такой доисторический, самый примитивный, с таблеткой.